Прямо сейчас актуальная информация с инфоленты. Итак, первый вице-премьер России Игорь Шувалов говорит о том, что граждане не должны затягивать с решением квартирного вопроса. И вот цитату приводит агентство ТАСС. Если граждане хотят решить свои жилищные проблемы, то сейчас лучшее время, чтобы купить жилье. Цены на жилье эконом-класса стоят и не растут. На рынке хорошее предложение, и банки оформляют ипотечное кредитование. Конец цитаты.